Куда Матвейка Гулять. собрался? Гулять. Ты гулять собрался? Гулять. Скажи всем привет. Всем привет. Друзья мои, всем приветики. Виталя пришел и позвал Матвейку гулять, да? Матвейка сказал, хочу гулять. Что-то там куртка, там замарана в чем-то. Ню? Мама хотела ее закинуть, стирать, а в той ходили. Ну, все, собрались, да? Без мамки. Ой. Захочет, выйдет там опять. Что? Мама. Ты маму зовешь с собой, что ли? Вот так. Топ-топ, мама, говорит. Ну, я, может, выйду, не знаю. Нет, обрежь веревку-то, ну. Она уже стянулась. Какая-то длинная стала. Вот, на санках пойдут кататься с братиком, да? Гулять, снег грести. Погода у нас сегодня хорошая, теплая. Не знаю, Виталий, не смотрел, сколько градусов? Не знаю. Ну, одевайтесь, все равно одевайтесь тепло. Манишку одел, ему подвытащи сюда, вот это горлышко-то тут у него. Поправь все. Все, давайте, топайте. Ну что, нагулялся с братом-то? Гулялся. Гулялся? Кушать. Ты кушать захотел? А братик, смотри, что захотел сделать. Мы вчера девочки сырники делали. Вот. И Виталя пришел и решил сделать еще сегодня сырники. На, держи. Держи. Сырник вчерашний. Они, дети мои, катались. Гуляли, девочки. Вон для Дианка привязана. Виталя катал его по всему огороду, говорит, катались на ледянке. Сына, когда я вам эти ледянки покупала? Давно. Ты не помнишь? Сколько вам лет-то было, Зданий? Я не знаю. Давно. Понравилось тебе на ледянке кататься? Корзинка. Корзинки, ну что в корзинке? Это не корзинка, это ледянка. Ледянка. Ледянка, да. Вот. Снегу навалит, мы будем в огороде с горку строить потом, да? Горку. Ты же любишь горку, катался на горке, да? Матушка, долго вы гуляли? Да, я, девочки, сегодня выходной устроила себе. Давно я так не уставала. Че, ты хочешь? Да не надо. Или что, это получилось сухой творог? Сколько ты сделал? Три? Три. Ну добавь, я не знаю, творогу больше в этот раз это получилось, чем вчера. Вчера поменьше кулечек творога был, да? Ой. Да, мама лежала, ничего не делала, вставать вообще не могу. Ноги не ходят. Вот сегодня с утра находилась. Мы сегодня с утра съездили за сеном, привезли сено, солому, и все. Приехала, вроде бы что-то делать, шевелиться. Да, они меня звали с собой гулять. Но мама не пошла. Даже в окошко не стала, не посмотрела. Я не думала, что вы здесь гуляете в огороде. Я думала, вы куда-то ушли. Куда? Нет, мы не идем в магазины. Все. Сегодня у нас пятница. Сегодня пятница, что у нас? 19-е, ага. 20-е. Уже 20-е? Да. Я опять отстала, а. То наоборот бегу в это вперед. То отстаю. Вот. Так что сейчас Виталя сделает тестится. И мамка нажарит сырников свежих. Вчера Даня потом пришел. Вкуснятина, говорит. Вкуснятина с вареньем, да? Вкуснятина с вареньем. С вареньем? С вишневым вареньем, да? Но вы-то не с вишневым. Виталя у нас... Не знаю, Виталя, какой любит. Даня любит вишневое. Ну ладно, давай делай, да будем жарить сырники. Ну, поднимем сейчас. Ну вот, Виталя тестится, замешал. Сейчас сформирует наши сырнички. Да? Вкусные сырники, там Матвейка. Вкусно тебе? Ляп-ляп, кап-кап. Ляп-ляп братик твой делает. Ляпает. 20-е, девочки, сегодня. Виталя тоже у нас что-то перепутал.
Я сейчас посмотрела, говорю, сегодня пятница, 20-е, оказывается. Ну вот, поставила сковородку. Сейчас Виталя сделает, а я буду жарить. Мы вчера моментально нажарили, то быстрёхонько. Да не надо конфетки-то, сына. Все бы конфетки ел. Много конфетки ел. Много конфетки ел. Надо убрать их. Румяные сырнички мои. Ой. Красотища, вкуснотища. Не знаю, Виталий что-то решил. Понравилось. Вчера, сегодня тоже решил сделать. Быстро, быстро и легко. Понравилось, парни. Красота. Чем Матвейка занимается? Кушаю. Что ты делаешь? Кушаю. Ты кушал? Кушаю. Да мама скушала. Он ребенок мандарины чистить любит. Матвейка говорит, мама скушала. Матвейка. Вкусная мандаринка, да? Была. Давай чисти, мама скушает. Вон парень очистил вот такую же большую мандаринку. Они есть поменьше, есть побольше. Мамка добралась и съела. Ну, он потому что что-то как-то не особо. Он пожевал и выплюнул. А чистить здорово любит. Он их несколько штук может почистить. Да, скажи? Че, на, сынок. На, сынок, на. Вытаскивай уже. Готовы. Румяные сырники. На две сковородки. Ты еще переворачиваешь, что ли? Быстрее. Поджарить чуть-чуть, ага. Ну, вот. Будет еще одна сковородка у нас, получается, на две сковородки. Сырники мы жарим. А, только жарятся? Ну, ты видишь, Виталий, он пришел. А ты говоришь, две сковородки, я думаю, в одну уже съели. Мы еще ничего не ели, я мандарины вон ем, я ничего не хочу. Понятно. Вот, девочки, нагулялся ребенок. Наелся и скажу, уснул. Все, убежал на диван. Я говорю, что-то убежал, тишина. Прихожу, а он уже, парень, спит. А вот и сырнички, девочки. Виталий сегодня второй день сырники жарит. Ну, я немножко, в общем, можно сказать, помогла, да? Угу. Пожарить. Ты будешь с чем их кушать? Можно со сметанкой, с вареницем, да? Так что жарьте, девочки, сырники. Друзья мои, всем здравствуйте. У нас время, девочки, вечер. Мы продолжаем, продолжаем. Я сегодня думала, что не буду включаться, вообще ничего не буду снимать, но все-таки решила. Потому что Виталий решил постряпать тут. Я говорю, поснимаю немножко, покажу, чем мы занимаемся. Мы уже отдохнули. У нас пришел... Ты решил? Чего решил? Запеканку делать. Нет, запеканку я решил. Я имею в виду эти стряпалки. Кто они называются? Сырники. А последний, девочки, сырник остался. Мы съели. Даня прибежал. Прибежал Даня. Мама говорит, вы что, спите, что ли? А, ну, муж с ночи. Матвейка нагулялся, уснул. Ой, папка тоже уснул. И я прилегла, лежала, лежала. И тоже, видать, девочки, уснула. Я давно так не уставала. Или как, я не знаю. Ну, я редкий случай, чтоб я спала. Я целый день двигаюсь, что-то делаю. Получается, все мы вырубились. И проснулись в 6 часов. Даже начало 7-го, наверное, уже было. Что Даня прибежал. Я говорю, там Виталя сырники стряпал, кушай. Вот, и все. И вот получается, мы сейчас... Матвейка съел еще сырник. И я сырник съела с вареньем. Все, последний остался. Больше что там? Тебе, ты кушать хочешь? Ну, буду потом. Ну, получается, ужин, девочки. И на ужин мы хотим сделать запеканку творожную. Давай, хватит много делать. Много говорить, давай. У нас творог. Домашний. Ну, на, высыпай мама. Тогда. Я чаек себе сделала. Хотела попить мама. Чаек. Мама. Матвейка там сидел, мультики мама. Смотрел. Угу. Ну, он выспался, парень. Вот, ты что, весь будешь делать, что ли? А надо было говорить, а что-то много будет, парень.
Ну, получается, тогда у нас две порции будет. Ну, давай, пусть это будет 800 грамм. У нас получается запеканка на 400 грамм. Вот, надо. Но мы будем делать больше. Вот. Тогда надо, получается, два яйца. Да? Ну, не балуйся, давай ножик дам. На, на. Держи ножик. Так. На кулечек ложь, на кулечек. Возьмем. Ты два яйца брал? Я взял. Так а что молчишь-то? Я яйца. Ты же сказала ингредиенты взять. Ну, я не думала, что ты два яйца. Получается, сразу их взял. Ну, вот. Два яйца Виталя разбивает. Может, это блендер? А, чтобы была натуральная масса такая... яичная. Но. Угу. Будешь делать? Давай. Давай, сейчас. Где у нас блендер-то? Мама, все взобьем. Ванник творожный получил. Держи. Сейчас, девочки, отключусь, переверну камеру и буду вам показывать, что будет делать Виталя наш. Я сам не знаю. Так что не знать, это тут все легко и просто. 5 секунд и будет готов ужин. Так. Творожок 800 грамм, 2 яйца, сахар Виталя добавляет, соль 2 щепетки. Да, я посмотрю. Поэтому у нас получается. Так, вот так, девочки, сделаю. И кому надо, те запишут. 6 столовых ложек сахара. Ну, у тебя 12. Ты же без горки добавляешь их. Ну, получается, стакан манки надо будет. Так, все, сахар ты добавил. Соду добавил? Нет. Соду добавляй. Так, сода, сода. Тоже щепетка. Ну, ну так вот, да, делай. Немножко. А манки? Манки надо стакан. Но тут у нас не будет стакан. Манки надо сейчас... Это, сейчас, подожди, стакан дам. Угу. И манку. Сливочное масло 2 ложки. Сметана, девочки, ну у нас замороженная, можно сказать, сметана. Сейчас Виталя хочет это все взбить. Давай. Потом добавим стакан манки. Стакан. Что-то странное получилось. Ну, делай, делай. Хорошо будет. Масло такая должна хорошая быть. Ты сейчас подразделаешь, может, я буду манку всыпать. Ты это все перемешаешь и все. Сейчас противень смажем маслом сливочным. Выложим нашу массу. И будет чудесная запеканка. Да, Матвейка? Что братик делает? Что Виталя тут делает, а? О! Замечательно. Мне кажется, вообще классно будет. Смотри, парень. Тяжело, вязко. Вязко, ага. Ну и она должна такая густая быть. Перемешивай тогда все. Давай остатки. Все, вот так, девочки, все перемешали. Противень смажем. Та-ра-рам-там-там. Противень, противень. Вот такой вот у нас стеклянный противень. Буду сейчас маслом намазать. Запеканка отправляется в наш смазанный противень. Такая, девочки, консистенция замечательная. Ну, слушай, хорошо, Виталя, как раз у нас противень не маленький получается. И как раз сейчас ты все это вывалишь, разровняешь. И отправим в духовочку, и будем ждать нашу прекрасную, вкуснейшую запеканку. Разровняю. Ну, вот. Хорошо. А то я смазала противень, сказал, что я мало смазала. Я решил еще смазать. Thank you.
Ну все, давай, разравнивай. Думаешь? Да. Я майку заберу. Плохо, надо было кисточку еще, кстати, одну сюда купить. А здесь есть кисточка у меня? Нет. Что Матвейка делает? Кушает мальчик. Да, он проснулся, я ему чай сделал. Он сырник съел, кусочек папа. Мяса. Мяско кушал, да? Сказал отдыхать. Папа дует. Папа дует? Борщ, борщом тебя кормит, да? С сухарями? Сухарями. Сухарями. Вот так вот. Кушай давай. Проверяем, девочки, нашу запеканку. Она хорошо поднимается. Румянится. О, чудесная будет запеканка. Ждем. Готова наша запеканочка. Запеканка. Ну что, она у нас так подрумянилась хорошо. Духовка, девочки, от духовки тоже зависит. У нас получается... Таля, вынеси ее на улицу, пусть она остывает скорее. И будем отведывать вкуснейшую запеканку. Во. Запеканка, запеканочка. Как маленький. Как пирог, ага. Угу. Ну вот, девочки, приготовилась наша запеканка. Виталя тут себе придумал. Угу. Придумал, вот он любит так, в общем. Чего фрукты. Ты думаешь, так вкусно, что ли? Конечно, вкусно. Конечно, говорит, вкусно. Все-таки фрукт. Ну, вот он любит фруктовые салатики. Что-нибудь такое, в общем. Ну что, замечательная запеканка получилась. Но у нас, получается, верх не особо поджаривается, а низ хорошо жарится. Такая вот у нас духовка, видать. В общем, вот такая вот запеканочка. Так что, сына, приятного аппетита. Кто кушает, приятного аппетита. Девочки, кому интересно, записывайте рецепт. Готовьте запеканки. Разные запеканки. Мы вот капустную еще давно не делали, кстати, да? Угу. Помнишь? Ты все раньше просил. Говорит, мама, сделай капустную запеканку. Картовную, капустную, да? Угу. Ну, а что? Вкуснятина? Мамке тоже решил сделать. Ну, говорит, что вкусно. Не знаю уж. Я такого не ела. Ну, с яблоком, девочки, не ела. Творожную запеканку, я думаю, все кушали. Матвейка у нас борща нахлебался. Он со всеми, парень, поест. Сейчас зову его, говорю, пойдешь с нами запеканку кушать? Нет, не пойду, говорит, я с вами. Он шариками играл. Дурел с нами. Давай, ешь, сына, приятного аппетита. Ну что, вкусно? Ну, мне кажется, она не сильно сладкая такая. Я немножко чуть-чуть попробовала. Или не сильно сладкая. Хотя сахар, в принципе, 12 ложек, да? Не 12. А сколько ты делал? 11. 11 ложек сделал? Ну, это на 800 грамм. Ну, это мы так уж на глаз, девочки. Ну, по-разному. Так что так прошел наш денек сегодня. Ну, что я, девочки, еле ползаю, потому что, не знаю, может, у меня усталость какая-то последние дни. Вообще, вот просто не могу ходить. Я вот сегодня походила, но там, получается, мы ездили за сеном с утра, да, большое расстояние туда-сюда, в общем, и как-то с утра нагулялась, и все. И силы мои, конечно, потратились. Вот так вот. Писали, девчонки, комментарии. Огромное вам спасибо, что уделяете минутку написать, пожелать пожелания. Хорошие. Марине много желали, что она устроилась на работу. Ну, сегодня вот второй день она отработала. Завтра сказала, что ее в смену поставят. Смена ночная, в общем. Не знаю, как уж она будет, конечно. Ну, дай бог. Я сегодня ей говорю, я говорю, это ты с первочка, это кажется, что ты вот так вот легко и просто. Я говорю, дочь, конечно же, надо учиться. Это получить профессию, образование лучше, чем идти и куда-то вот так вот работать, вкалывать. Еще и зарплата. Ну, по нашим меркам, как бы, вроде бы более-менее, но все равно за такую работу она, зарплата должна быть больше. Ну, что сделаешь? Такие у нас зарплаты, девочки. Зарплаты у нас невелики. Ну, вроде, что она там сказала? 1020, может,
да? Ну, где-то около. Ну, около, может, от смен зависит. Не знаю, в общем, от чего зависит, но дай бог, чтобы она проработала и получила первую зарплату и поняла, что это все нелегко, что жизнь сложная штука, что надо учиться и получать образование. Сейчас отец говорит: Виталий, может, ты пойдешь на повара учиться? Виталий говорит: нет. Потому что девчонки тоже писали. Ты не хочешь на повара? Нет. Нет, говорит. Он говорит: я просто люблю себя кормить. Ну, для себя, да. Потому что Виталий у нас тоже козерог. Мне кажется, все козероги такие, это, любители делать все для себя. Не знаю. Девчонки, пишите, кто вы по гороскопу. И ну, как сказать, вот, я вот вроде для людей люблю делать, да, для семьи, для своих близких, но и для себя тоже. Больше нравится делать для дома, не для кого-то там где-то, ну, я имею в виду про работу как-то, вот с работой, конечно, еще и характер такой вот, как бы сложноватый характер. В чем он сложноватый? Потому что, ну, вот лично я за справедливость, а у нас в мире, в жизни вообще все несправедливо и очень даже обидно порой. Так что так получается. Ну, на кого ты пойдешь у нас учиться? Тайна, покрытая мраком. Отец говорит: иди на механика и сразу на повара. Ну ладно, все, друзья, в общем, Виталий уже покушал. Я сейчас немножко попробую, я в принципе не голодна, но попробую. Так что пожелаю вам всего хорошего, всего доброго, всем огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии, что вы нас смотрите. Всем пока-пока.